Ура, каникулы! А значит, можно не только выспаться, но и весело провести время с друзьями. Лови подборку свежих анимационных премьер. Уже в прокате мультфильм «Коты Эрмитажа». Главные герои — кот Винсент и его друг мышь Морис. Они спасаются от наводнения в старинном клавесине. Инструмент находят моряки и отправляют в Санкт-Петербург в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Юный кот мечтает обрести настоящую семью, но не хочет терять своего друга Мориса, у которого есть одна маленькая слабость. Он обожает грызть шедевры живописи. Тем временем в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — Мона Лиза, сгрызть которую мечтают все мыши мира. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. Главному герою придется проявить смекалку и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала. Также в прокате анимационная картина «Моя фея-проказница». Это история о дружбе девочки по имени Макси и крошечной феи Виолетты. Маленькая волшебница обманным путем проникла на Землю. В своем мире она провалила экзамен по волшебству, поэтому не может доставлять подарки в мир людей. Виолетта обещает своей новой подружке исполнить ее самое сокровенное желание, если та ей немножко поможет. Но времени мало. Ведь если фея надолго задержится в мире людей, то превратится в цветок.